Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я буду варить суп с консервой, то есть суп с рыбными консервами. Я выбрала сайру. Единого рецепта для этого блюда нет. Каждый готовит его так, как нравится именно ему. И для этого супа вот на такую 3-литровую кастрюльку нам потребуется 2,5 картошки, 3 столовые ложки томатной пасты, 3 столовые ложки риса, 1 средняя морковка, сливочное масло для того, чтобы сделать пережарку, соль и банка рыбных консервов. Я взяла вот такую сайру, но в принципе здесь может подойти любая рыба и даже килька. Лук с морковкой пережариваем на сливочном масле. Воду солим, где-то чайная ложка соли, и забрасываем туда картофель. Доводим до кипения и варим до полуготовности картофеля. Накрываем сковородку крышкой и тушим до готовности морковки с луком. В доведенную до полуготовности картошку выгружаем лук с морковкой. Выливаем сайру, томатную пасту. После того, как все закипит, выгружаем 3 столовые ложки промытого риса. Варим 3 минуты и выключаем огонь для того, чтобы рис не расползся. Даем настояться супу около 30 минут. В этом случае все рисинки останутся целыми. Зелень добавляем в самом конце. И наш моментальный супчик готов. Ты знаешь, он с чем? Мясо это из рыбы. Да, с консервами. Я его 100 лет не варила, но мне нравится. Вкусненький, горяченький. И рис не развалился. Да ладно. Да вкусный, но ты же консервы любишь. А, кстати, наша кошка ест картошку. Да, она любит. Огурцы, картошку, овощи всякие. Сейчас ложку дам. И арбуз. Да. Подуй. Не такой уж он горячий, он уже стоит. 40 минут, наверное. Ты суп пробуй, что ты картошку выуживаешь? Ой, ну хватит, пока ты тебя дождешься, я уже себе налью. Вкусный суп. Нормальный. Нормальный, конечно. И рыба тут даже есть. Видел сколько? Кстати, в банке очень много рыбы. Да, ну что-то она мне все время попадается. А, горяченький. Зимой хорошо. Я в последний момент добавила туда 1 зубчик чеснока. Зачем? Ну просто, чтобы немножко как бы заглушить запах рыбы, чтобы... Он ароматнее был. И укропчик. Если бы там не было такого сильного вкуса рыбы, тогда бы, наверное, хорошо было. А со вкусом рыбы? Так, не очень. Мам, когда ты сделаешь опять щи? Щи? Да, я хочу. Они мне понравились.